Когда ты сеешь, ты неизбежно пожнешь. Процветание приходит от Бога. Мы продолжаем говорить о финансовом процветании. В предыдущих сериях апостол Владимир начал делиться учением о твердынях, которые дьявол прятал годами. Каждый верующий человек призван к процветанию. Если человек беден, это не значит, что он святой. Наоборот, нищета – это удел дьявола, а изобилие приходит от Бога. Бог сегодня буквально срывает эту пелену лжи, в которую окутал сатана целые массы, целые церкви, целые движения, в которых утверждают, что верующий, он должен быть бедным. Самое первое, Соломон, принося жертву, он поставил на самое первое место народ Божий. Он поставил на самое первое место цель Бога. Цель Бога была, чтобы его народ процветал. Аллилуйя! И вот была цель Бога. Цель Бога была, чтобы ни один враг нигде никогда не мог появиться. Чтобы вообще цель Бога была огромная. Но послушайте, все, что нужно было, человек, который отречется от своих целей как царь, как человек, потому что царь, он человек, и пожертвует своими целями и своей жизнью ради цели Божьей. В этой серии апостол Владимир продолжает делиться учением о том, как войти в финансовое процветание от Бога. Мне сегодня хочется сказать вот каждому, что, понимаете, в семени скрыто нечто, что для тебя может быть так важно, жизненно важно, жизненно важно. Вот поймите, когда мы говорим за сеяние, очень часто люди, они обмануты дьяволом. Что приходит дьявол и говорит? И я не сомневаюсь, послушайте, я не говорю это потому, что так просто думаю. Да я знаю на 100%, потому что я сам это проходил. Сатана приходил ко мне и точно так говорил о проповедниках, которые помазаны конкретно на финансы. Говорил, да они просто собирают себе деньги. И дьявол меня обманывал таким образом. Но однажды такой проповедник говорил и сказал, когда я посеял первые свои 10 тысяч долларов, вся моя жизнь изменилась. И это слово все-таки вошло в меня. И когда так получилось, моя мама, она ушла на небо. Прошло время, мы продали дом, поделили деньги с сестрой. И у меня была десятина, у меня было еще, помню, 300 долларов на телефон. Я помощнице купил телефон. И ровно 10 тысяч долларов, это был сентябрь, я пожертвовал пастору Бонихину на самолет. Через полгода, 6 апреля, я провел, это была пятница, в Ледовом дворце свое первое служение, первый крусейд. О, дорогой Святой Дух, я прошу Тебя, пусть сила Твоя сейчас наполнит каждого человека. Пусть каждый переживет Твою славу, Твою шекину, Твое помазание. О, Твое могущество во имя Иисуса. Тач! О, Господь! И когда я на него ехал, друзья, это семя, оно было пророческим, понимаете или нет? Потому что на этих людях помазание, которое поднимает, а не опускает. Они не хотят забрать у тебя деньги. Я не хочу забрать у тебя деньги. Я хочу дать тебе деньги. Бог не хочет забрать у тебя деньги. Бог хочет дать тебе через край, чтобы лилось. Амен. Амен.
Потому что ты не можешь стать перед полем. Поймите, мы когда-то садили картошку. И знаете, мы садили картошку, мы купили ее в Беларуси, в институте, в котором там ее разрабатывали. И вот представьте себе, мы стоим перед полем. Было бы интересно, если бы мы стояли и сказали: «Господи, яви свою славу, пусть здесь вырастет 100 тонн картошки». И не посеяли ни одной картошины. Скажите, там бы выросла картошка или нет? Нет. Поэтому я объясняю вам. Мы посеяли, бросали по картошине целые сутки. Мы сеяли 20 тонн картошки. И через недолгое время мы выкопали 100 тонн картошки. То же самое в семени. Понимаете? То же самое происходит в семени. Семя, оно как будто бы имеет в себе урожай. Уже содержит урожай. Уже содержит. Вы все слышите или нет? Бог не хочет забрать у тебя что-то. Он хочет, чтобы ты разжал руку свою, взять оттуда эту семечку и насыпать так, чтобы сыпало через край. Амен. Когда у нас случилась такая ситуация, и я вам рассказываю эту ситуацию, она такая, знаете, немножко для меня была такая жесткая. Мы учились в колледже, Виктория была беременна. До того, как пойти в колледж, я работал на стройке, строил дома, получается, большие такие трехэтажные особняки. И там ребята, которые работали, они торговали шоколадом, возили его, короче, с другой стороны. И так вышло, что он мне угощает шоколадкой, этот парень, хозяин. Молодые пацаны вообще. Ну, весь рынок, полностью весь, был только ихний в Днепре. И говорит: вкусная такая шоколадка. Помню, Alpen Gold, вот эти, знаете? Вообще. Он говорит: ты если хочешь, ты можешь приходить у нас брать, я тебе отдам по цене, которую я беру там, в той стране. А ты здесь бери и отдавай просто ларьки, магазины, куда хочешь. Я говорю: серьезно? Он говорит: да. И вы знаете, я взял, поехал и нагреб полную маршрутку, короче говоря. Это Alpen Gold. Ну, мне без денег, без всего. Там, знаете, они говорят, просто сказали. Я туда пришел, в центр, да, базар был в Днепре. И я пришел, они говорят: ему сколько захочет, столько и давайте. Я, в общем, загружаюсь и развожу по городу, по всем вот этим магазинам, ларькам. И есть такое понятие реализация, а есть понятие консигнация. Ну, кто бизнесом занимается, тот знает, да? То есть реализация – это пока не реализуется, консигнация – это я им дал в понедельник, в пятницу они мне должны дать деньги, продали, не продали. И вот я езжу, развожу, и по пятницам собираю, езжу деньги. И у меня подъем 1/3. Представляете себе? С шоколадки. Там по 70, максимум там по 80 копеек эта шоколадка, ну, там получают, ну, я так образно выражаюсь, да? А получается, 120 продается. И у нас появилось очень много денег. Ну, реально много. Эти деньги, они были просто везде. И в карманах тут, и в карманах тут, и в сумках, и везде. Тогда были, знаете, эти купоны, или как они назывались... Вот это вот такая очень так, как супервалюта, что выше евро стоит, знаете. Украинская такая была, да. И что было интересно, что я так переживал за Викторию, я так переживал за то, как она родит. Я пришел к одному служителю поговорить, и помню, это диакон, и он говорит: да не бойся, та она много крови потеряет, ее там порежут, ее привезут, выживет. Я бы еще сознание реально не потерял. Я так молился, я говорил: Бог, мне лучше там вообще, что угодно со мной сделай, только чтобы с Виточкой все было хорошо. Я так переживал, вы себе представить не можете. Это вообще, я говорю с другим, и он мне говорит, тоже диакон. Говорит: ты если 50 баксов так не дашь там, к твоей Виточке никто не подойдет даже, и она будет там погибать. Я помню, я в ужасе был. И
была другая пара, которая на 2 недели раньше примерно у них роды. И я помню, я прихожу, и мы с Виточкой такие говорим. Я говорю: «Виточка, я рассчитываю только на Бога. Все». Мы берем вот так все деньги, а это много было денег. Гора целая денег просто. Гора. Мы собрали все деньги и отдали этой семье, этим молодым. И не оставили себе ничего. Перед этим какая-то пророчица мне пророчествует, что 15 мая будут у нее роды. А перед этим была девушка, которая отступила, забеременела, и ее повезли в родзал, и она там пробыла 3 дня. Плод завонялся, она чуть не умерла, короче говоря. Там просто кошмар был с ней. И вот мне говорят, мы с Виточкой ехали куда-то по служению, она говорит: «О, надо в роддом мне». Ну, типа, у нас как-то просто это было, да. И мы заехали в роддом, она там осталась. Я говорю: «Ну что там?» И мне так звонят и говорят: в родзал ее повезли. А это 13 число. Теперь понимаете, что я переживаю? Это проклятая пророчица, ненормальная, понимаете? Это просто люди, одержимые бесами. Верьте всегда Богу, поняли? И я помню, я бегу наверх. И там в своей комнате, куда я бегал все время, да, все обедают, Таня знает, да, студенты. А я выбегаю и бегу сразу на 2-й этаж. И молюсь там весь обед, молюсь, потом прибегаю назад. А для студента еда, поверьте, это что-то святое. Это очень серьезно. Ну, знаете, в тот момент я побежал, я так умолял Бога. И вдруг я начинаю рыдать и смеяться одновременно. У меня льются слезы. Я рыдаю и смеюсь так. И изнутри меня, это раз в жизни у меня такое было, конкретно вот так говорит прямо: «Тысячи падут подле тебя, и десятки тысяч, но к тебе не приблизится». И вот так повторяю, и плачу, рыдаю, кричу, смеюсь, и все это смея вот так: «Тысячи падут подле тебя, но к тебе не приблизится, но к тебе не приблизится». У них у всех будет так, Бог говорит, но у тебя будет по-другому. И я помню, все это раз остановилось в один момент. Я весь в слезах, не пойму, что со мной было. Такое переживание, представьте, я иду, спускаюсь вниз, а навстречу мне бегут сестры и кричат мне: мальчик, я говорю: «Да вы неправильно поняли, ее повезли только в родзал». Прошло это вот буквально там 10 минут, вот это все происходило со мной, поняли? Ну, 15 максимум, ну, мне кажется, что меньше. И я иду дальше, а они со мной все бегут и говорят: «Мальчик». Я говорю: «Да ну успокойтесь». И никто меня не убедил. Я пришел на кухню, сел на кухне, и на кухне, помнишь, работала сестра Таня там, да, высокая такая, охотненькая. И она встала так вот надо мной, такая стоит, говорит: «Володя, я хочу, чтобы ты понял, что сейчас я тебе говорю». Я говорю: «Что?» И сижу, что-то пытаюсь кушать. Она говорит: «У тебя родился мальчик». А я же, ну, уже 100 раз сказал и говорю: «Ну, типа, ты не слышишь, что я объясняю, что только в родзал повезли?» И она видит, что я... Она говорит: «Не, он родился». И я говорю: «Как такое может быть? А когда она его родила? Это что, она просто выплюнула его или что? Это каким образом можно так родить вообще?» Но вы знаете, что было интересно? Нам сказали, что 6 часов надо лежать ей с грелочкой какой-то, и потом она может встать. Через 6 часов она спускается ко мне пешком. Я говорю: «А как такое может быть?» Она говорит: «Я сама потрясена». Представляешь, вот так просто как-то раз родила, и все хорошо. «А где наш сын?» Он говорит: «Там лежит». Я к тебе спустилась, мы пообнимались, поцеловались. Боже мой. И знаете что?
Потом она так родила и второго, и третьего. А знаете почему? Потому что я понадеялся не на деньги, которые я дам врачам. Потому что я понадеялся не на то, что я все заплачу кругом. Я понадеялся на Бога и отдал, посеял семя в то, чтобы только Бог единый был моей опорой в этот день. Был опорой для Виточки. Я умолял Бога, чтобы ангелы Божьи стояли рядом. И я знаю, что каждый раз, когда Виктория рожала, ангелы Божьи принимали у нее роды. Амен! Ангелы Божьи, потому что в семени скрыт ответ, жатва. Понимаешь, жатва – это не только деньги, друзья. Жатва – это не только деньги. В этой передаче я хочу сказать вам, что все люди думают, что когда ты сеешь, ты пожнешь только деньги. Деньги, деньги, деньги. Да послушай, кроме денег есть столько вещей, которые важнее денег. Когда ты имеешь деньги, ты чуть ли не миром владеешь. Ты просто жизни не видел, мальчик. Да мне 60 лет. Неважно, сколько тебе лет, мозги у тебя, как у мальчика пятилетнего, если ты такое плетешь. Потому что на самом деле деньги ничего решить не могут. Поверь мне, я молюсь за людей, у которых четвертая стадия рака, которых выписали. Они миллионеры, и что-то деньги им не помогли. Я молюсь за детей, у которых эпилепсия, их родители миллионеры, но что-то не помогло ничего. А ты знаешь, сколько детей я знаю лично? С шизофренией, а родители миллионеры. Что ж не помогают эти миллионы? Потому что есть множество ситуаций, множество разных моментов в нашей жизни, где нас не спасут деньги, где нас не спасет никто, кроме Бога Великого. Аллилуйя! Только Он, только Бог, только Он единственный будет ответом. И когда я сею, я не сею просто для того, чтобы получить деньги. Нет, друзья, приходит момент, когда деньги, так говорит Писание, я вам докажу в этих передачах, вы увидите, что дьявол обманул народ Божий. Деньги должны быть у каждого. Написано в обилии. Мы должны иметь всякое довольство. И быть богатыми на всякую щедрость. Аминь. 2 Коринфянам 9 глава, послушай, на всякую щедрость. О, как это я должен быть такое довольство, что на всякую щедрость? Это что имеется в виду, что я даже могу купить ручку своему там соседу? Нет. Или своей дочке я могу купить носки. А сыну купить что? Пиджак? Нет, ты можешь купить машину и дочке, и сыну. Аминь. Ты можешь просто благословить кого-то в больнице, оплатить операцию, которая стоит 150 тысяч евро. Амен. Вот в чем бывает семя, и в нем скрыт урожай. И деньги – это всего лишь прилагаемое. Прилагаемое, скажи громко, прилагаемое. Халлелуя. Поэтому, когда Виктория, знаешь, мы смотрим на эти фотки, Как я ее привез в роддом, мы вспоминаем это, Боже мой, эти моменты. И мы говорим: Бог, спасибо тебе за то, что ты это сделал, ты воспроизвел это во мне. Братья и сестры, послушайте, все, кто меня слышит сейчас, все, кто меня видит, все, кто сейчас смотрит эту передачу, послушайте меня. Умоляйте Бога, чтобы Он вас воспроизводил. Хотение и действие по своему благоволению. Я бы не смог просто сам по себе взять и отдать все деньги. Я бы не смог сам по себе взять и жертвовать так, как я всегда жертвовал. Я бы не смог сам по себе многих вещей. Но Бог это делал во мне. Потому что я жаждал.
Я мечтал, когда я сеял 1000, я мечтал сеять 10. Когда я сеял 10, я мечтал сеять 100. Когда я сеял 100, я мечтал, когда я приду и посею 1 миллион долларов. И кто-то говорит: о, 1 миллион долларов, да ты богатый. Нет, мне пришлось дом заложить. Но я посеял этот 1 миллион долларов. И для меня было счастьем и победой, когда я ходил по этим больницам и видел в каждой палате телевизор, в каждой палате телевизор, в каждой палате онкоцентров телевизор, в госпиталях военных, в каждом госпитале телевизор. Мы сделали там спортзал для военных, который реабилитируется. Мы сделали много вещей, купили много разного оборудования. Послушайте, знаете что? В семени скрыто что-то, но только Бог может взять и наполнить тебя этими мыслями. Пророческое помазание сеятеля. Пророческое помазание сеятеля, я говорю тебе. Когда ты понимаешь, когда Бог тебя направляет, когда Бог говорит тебе: ты сейчас возьми и сделай это. Ты вроде бы и в десятине верен, и в партнерстве ты верен, но сейчас ты чувствуешь, что какой-то момент, когда нужно это сделать. И ты чувствуешь, ты это делаешь даже не потому, что ты увидел даже что-то, а потому что в твоей жизни ты видишь, что это будет пророческое пожертвование. Это будет пророческое семя. Потому что та проблема, которая владела тобой, вдруг у тебя появилась вера, что ты молишься, как мы с Викторией делаем. Мы говорим: мы эту неделю, и мы с командой так делаем, мы эту неделю, мы молимся за это и это. И мы в этот момент приносим жертвы, мы в этот момент молимся каждый день за одно и то же, за одно и то же. Но ты не сделаешь этого, если у тебя нет веры. Поэтому пророческое помазание — это когда Бог дает тебе знать, что ты можешь молиться, можешь пожертвовать в это, ты можешь сеять в это, и Бог явит свою славу. Понимаете? Вот, вот о чем я вам говорю. В этот момент вы должны знать: дьявол поражен. Родовое проклятие. Я вижу, родовое проклятие болезни разрушено. Это касается конкретно головы прямо сейчас. Полное исцеление. Полное исцеление. Кто-то получает исцеление после инсульта прямо сейчас. Вы исцелены. Прямо сейчас делайте то, что вы не могли. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. О, мой Бог, аллилуйя. Помазание, помазание, помазание процветания. Помазание сеятеля, помазание, помазание, помазание. Я вас освобождаю это помазание сейчас. О, Дух Святой, косись. Тач, 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 тач. О, мой Бог, аллилуйя. От помазания распадается всякое ярмо. Прямо сейчас. О, мой Бог, аллилуйя. Прямо сейчас твой разум во имя Иисуса Христа. Помазание на твоем разуме. Помазание. Дух Святой, помажь разум каждого. Помажь прямо сейчас. Пусть твердыни будут разбиты, разрушены. О, драгоценный Дух Святой. И сейчас, друзья, только что разрушилось проклятие, родовое проклятие артрита. Прямо сейчас, в этот момент. Демоны, убирайтесь вон! Оставьте кровью Иисуса Христа, убирайтесь вон! Духи болезни и немощи, убирайтесь вон! Положите руку на больное место и примите исцеление. Прямо сейчас сила Божья, сила Божья, сила Божья движется. О, Дух Святой, аллилуйя! Дух раха, убирайся вон! Убирайся вон, Дух Святой! Прямо сейчас коснись, коснись! Коснись, 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 Дух рака, вон убирайся. Сила Святого Духа прямо сейчас. Этот демон рака, убирайся вон прямо сейчас. Он ушел, этот демон.
Вы исцелены, я говорю кому-то, вы исцелены полностью. Полностью исцелены от рака прямо сейчас. Вы исцелены во имя Иисуса. Рак желудка прямо сейчас, полное исцеление. Во имя Иисуса. Дух Святой, коснись. Спасибо тебе, великий Бог. Помазание, 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 помазание. Помазание твое. Боже, сегодня, Боже, мы верим тебе, что ты совершаешь свою великую работу, Господи, что ты творишь, Господи, невозможное, делаешь возможным. Ты из невидимого творишь видимое и несуществующее называешь как существующее. Прямо сейчас, Господь, мы приобретаем твое мышление. Подними руки сейчас перед телевизором, перед телефоном, где угодно. Подними свои руки и скажи: Боже, я принимаю твое мышление. Я буду мыслить по духу, чтобы иметь мир, чтобы иметь жизнь. О, мой Бог! Аллилуйя! Дорогие друзья и партнеры, наше сердце переполняется благодарностью и любовью к каждому из вас. Спасибо за ваши молитвы. Мы благословляем вас и ваши семьи. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца. Сегодняшняя передача «Принципы финансового процветания» транслировалась благодаря верным партнерам телеканала «Миссии Возрождения мира». Чтобы стать партнером, пишите нам или посетите наш сайт. Пусть Бог укрепляет вашу веру. Спасибо каждому, кто уже стал партнером и поддерживает финансово служение апостола Владимира и Виктории Мунтян. Пусть Бог обильно благословит вас.